Качественный звук, активное шумоподавление и высокая автономность. Распакуем гарнитуру Huawei FreeBuds 6i. В комплекте пара наушников в кейсе, кабель для зарядки, сменные амбушюры и документация. Кейс имеет округлую форму. Изготовлен он из белого глянцевого пластика и защищен от попадания пыли и влаги по стандарту IP54. На лицевой стороне расположен светодиодный индикатор оставшегося заряда. Снизу порт Type-C для зарядки. Крышка открывается и закрывается с приятным щелчком и в закрытом положении фиксируется магнитами. Внутри аналогичным образом удерживаются наушники. Это внутриканальная модель с характерной ножкой и сенсорными зонами управления с внешней стороны. В каждом наушнике установлено по 3 микрофона и 11-миллиметровый динамический излучатель с 4 магнитами. Как отмечают пользователи, у наушников специфическое. Без дополнительной настройки акцент поставлен на высоких частотах. В фирменном приложении можно настроить эквалайзер и выбрать режим шумоподавления. Здесь предусмотрена система интеллектуального активного шумоподавления, которая адаптируется под окружающую обстановку в режиме реального времени. Также пользователю доступен режим прозрачности. В числе достоинств модели – хорошая автономность. Наушники работают до 8 часов на одном заряде и до 35 часов с учетом кейса. Подытожим. Это приятная беспроводная гарнитура с эффективным шумоподавлением, хорошей автономностью и возможностью подключения к нескольким источникам. We'll be right back.